Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с членами региональной организации ветеранов «Союз десантников». На повестке дня обсуждение плана проведения масштабных мероприятий и благоустройства конкретных территорий города. Самарская региональная организация «Союз десантников» существует 15 лет. Среди основных задач – адресная помощь семьям погибших и инвалидам воздушно-десантных войск и войск специального назначения, патриотическая работа, а также увековечивание памяти погибших воинов. В День России на встрече с главой региона, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Азаровым обсуждают проведение главного праздника – Дня ВДВ. В этом году мы также готовы провести праздник. Я не знаю, конечно, по готовности и состояния города провести данное мероприятие в связи с коронавирусом. Мы будем надеяться, что нам разрешат. Особое внимание уделили теме сохранения памятных мест, в частности, памятник боевой машине десанта на площади памяти. Ветераны Союза следят за его состоянием, красят, доукомплектовывают, но памятник периодически портят мародеры. Глава региона дал поручение установить на площади видеонаблюдение. Площадь того достойна, слава богу, совместными усилиями привели ее в порядок. И там тоже должны быть камеры видеонаблюдения просто установлены, чтобы этих мародеров можно было к ответу призвать. Общественная организация активно сотрудничает с районными властями в вопросах благоустройства территории в границах улиц Чернореченской и Клинической. В этом году по проекту содействия этот участок преобразится. Реализация плана на контроле главы района Елены Бондаренко. Она представила Дмитрию Азарову подробный проект благоустройства. В свою очередь Дмитрий Азаров поздравил Елену Бондаренко с днем рождения, который совпадает с российским праздником. Я поздравляю. Спасибо вам за ваш труд. Лариса Шалафат, Сергей Баскин. События.